С города Бишкек. Авария, произошедшая на Централе, стала катализатором волны уголовных дел. Задержаны многие менеджеры в сфере энергетики. Гендиректор электрических станций Узак Кадырбаев, глава группы управления модернизацией ТЭЦ Темирлан Бримкулов, бывший руководитель энергохолдинга Айбек Калиев и многие другие. К слову, уголовные дела по ТЭЦ возбудили после обращения премьер-министра Сапара Исакова, но чиновника с поста сняли, а вину за аварию в парламенте попытались возложить на него. Однако Исаков считает, что список предполагаемых виновных за аварию на старой части ТЭЦ надо расширить. Привлечь к ответственности, по его мнению, надо и тех, кто принимал в эксплуатацию модернизированную часть Централи. Уголовное дело возбудили и по строительству школы в новостройке Калыс-Ордо. Обвинение предъявили экс-мэру Кубанычбеку Кулматову. Следствие считает, что он незаконно использовал 2-миллионный грант, который предоставила компания TBA. Кулматов обвинение отрицает и считает дело политически мотивированным. Имущество чиновника арестовано, сам он под подпиской о невыезде. Национальный исторический музей. Не дождавшись его открытия, депутаты фракции «Атамекен» заявили о масштабной коррупции в ходе реконструкции здания. Парламентариев больше всего удивили стулья, которые купили по 100 тысяч сомов за каждый. В тот же день СМИ выяснили, что стулья эти дизайнерские и заявленные цены соответствуют действительности. Тем не менее, «Атамекен» намерен добиваться возбуждения уголовного дела и наказать тех, кто реконструировал музей. Еще одно уголовное дело возбудили по факту закупки крупномерных саженцев для Бишкека по 9 тысяч сомов за штуку. Городские чиновники считают, что поступили правильно, купив деревья за большие деньги. По их словам, саженцы эти взрослые и ждать 5 лет, пока они вырастут, не придется. Однако в ГКНБ думают иначе. Уголовное дело возбудили по 3 статьям. ГКНБ выявил нарушения и при строительстве ипподрома в Чолпанате. Его возвели специально ко вторым всемирным играм кочевников. Правоохранители считают, что строили объект без проектно-сметной документации и государственной экспертизы, в результате чего расходы на строительство увеличились с 480 миллионов сомов до 1,5 миллиардов. Депутаты требуют проверить и другие крупные стройки последних лет, например, проект Датка Кимин. Канат Канеметов, Рустем Раимбеков, телеканал «Апрель». Thank you.